Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня я представлю вашему вниманию обзор на встраиваемую посудомоечную машину Midea MID60S970. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Об актуальных ценах и наличии в магазинах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании видео. Буду рад, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем! Посудомойка с шириной корпуса для встраивания в 60 см пополнила линейку моделей производителя Midea в 2020 году. Ее можно отнести к решениям среднего ценового сегмента. Прибор получил практичное сенсорное управление с лучом-индикатором, проецирующим на пол голубое пятно света. Из других особенностей посудомойки стоит выделить подсветку рабочей камеры и наличие в ней третьего уровня загрузки отсека для столовых приборов Infinity Plus, глубину которого можно увеличить, чтобы поместить тут более крупные предметы. Прибор оснащен надежным инверторным двигателем, благодаря которому посудомоечная машина Midea MID60S970 работает тихо, до 44 дБ и экономно. Так, на цикл мойки при полной загрузке 14 комплектов посуды ей потребуется от 10 литров воды, а класс энергопотребления соответствует высокой оценке А++. Пользователям предлагается 8 программ мойки, есть полностью автоматический режим, где рабочие температуры и длительность цикла задает автоматика и различные сенсоры. Также имеется программа предварительного ополаскивания, быстрая, деликатная для стекла и так далее. В качестве опции доступна половинная загрузка, экстра-сушка и отсрочка старта до 24 часов. Функция «Отсрочка пуска» поможет вам выбрать нужное время для начала мойки. Это позволяет запустить работу прибора в ночное время, когда действует сниженный тариф на электроэнергию, а низкий уровень шума обеспечит тихий процесс мойки, который не помешает вашему сну. Полноценная защита от протечек «Аквастоп» избавит вас от неприятных случайностей. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и нашел несколько отрицательных. Через несколько минут на некоторых программах вылетает с ошибкой EC. Странная система креплений в верхней корзине позволяет закрепить посуду только под углом, а если эта посуда пластиковая, сильный напор ее переворачивает. Нижняя корзина имеет ячейки больше 10 на 10 сантиметров, то есть детскую бутылочку не поставить ни в нижнюю корзину перевернется и провалится, ни в верхнюю, там вообще под углом. После мойки издается 8 сигналов о том, что все готово. Теперь речь пойдет о положительных отзывах, которых оказалось немного больше. Широкий функционал. Работает достаточно тихо. Световой луч, который указывает на работу машинки. Функция дополнительной сушки. Очень удобные корзины. Антибактериальный фильтр, благодаря которому нет неприятных запахов. Моет качественно как бокалы, так и сковороды. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для нас. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!